Если вам нужны халявные деньги в GTA 5 Online, тогда я советую посетить мою группу ВКонтакте. Совсем недавно я открыл прокачку, и мы уже успели прокачать аккаунты многим подписчикам. А также ежедневно мы раздаем халявные деньги совершенно бесплатно. Ну а в честь открытия мы решили запустить конкурс на бесплатную игру GTA 5 Online и кучу халявных пакетов. Прямо сейчас с первым заказавшим мы также сверху сделаем офигенный бонус. В общем, ссылочка будет в описании, не упускай момент. Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Димка, а также Донька. Мы продолжаем играть в GTA 5 Online, а это рубрика «Битва воров». Кукусиандр. Сегодня мы приехали в район доков, именно здесь мы уже видим отсюда кучу крутых автомобилей, поэтому, братан, я не дам тебе возможность угнать самые крутые, потому что время запустил, погнали! Давай! Ребятки, обязательно поддерживайте эту рубрику лайками и обязательно пишите комментарии. Я нашел первую точку. Мне тоже. Ты что нашел? Бляха, нет, я ничего не нашел. Не нашел? Ты хотел это забрать, да? Ладно, пожалуй, это заберу. Так, аккуратно приезжаем, ребята, и отправляемся дальше. Что ты там забрал? А где у нас финиш-то? Вот это не забрать-то, братан, это же Audi на дерби. А я слабо уж ты ее забрал, потому что я нашел вот это, вот что я нашел. Я нашел сену. Серьезно? Да. Засранец? Ты засранец? А значит, там еще был? Там еще был скрамжит, я скрамжит заберу еще. Да блин! Подожди. Знаешь, что я вижу, брат? Что ты видишь? Знаешь, что я вижу? Что ты видишь? Я вижу паркер. Паркер? Что, это грузовик? Паркер, да. Что, грузовик ты забрал? Да. Нафига? Ну как грузовик? А-а-а, я понял. Да, понял. Да сранец-то, как ты её заметил? А ты сдал, копейку забрал, красавчик, ну вези. Да. Вези на базу. Ой, нормально я сел. Не повезло, не фартануло, мягко говоря. Так, ладно, друзья. Что у нас, что ему сейчас есть? А, да. Полторы минуточки, что ты там нашел? Рампу? Рампу? Да, рампу. Откуда ты ее нашел, дядя? Ты че? О, давай подлети. Ой, давай. Спасибо! Лети. На самом деле я видел кое-что интереснее рампы. Это получается сианчик, братан. Сианчик. А, напротив был Бугатти, я не знаю, ты заметил, я очень молился, верил, надеялся и ждал. Ну ладно, я тебе шансы просто. Его, чтобы я его забрал. Я решил тебе шанс в этом ролике еще оставить, да, и как бы оставил тебе его. Кстати, вот эту я тоже заберу. Неплохая так-то машинка, АТС-очка. Ладно, финир тоже дорогой, я его заберу. АТС-очка. Тихо, дядя. Кто-то поехал. Тихо. О, отлично. Погнали, народ, далее. У нас еще минутка, братан. У нас еще целая минута. Это знаешь, сколько много времени? Сколько? Это время. Это прямо очень много времени. Я заберу Мерседесик. Это же тот. Забирай. Это же. Я забрал. Это не Бентли. Тот. Или тот. Тот не тот. Да, по баллам я, точнее. Ты уже не торт. Сумме стоимости я. Что? Говорю по сумме. Я смонтирую, братан. Не переживай, я сделаю все как надо. Поэтому, братан, ты попал в мои объятия. Как скажешь. Так, аккуратно, братан, аккуратно забираем, поехали дальше. Слушай, остается 20 секундочек, понимаешь? Господи, можно я сяду уже? 20 секундочек, и я видел только вот это добро и вот это добро. Что? Я вот это добро забрал. На всякий случай, не знаю. Ладно, я сяду, как будет. Плохой выбор, но... А, это же шляпа. У тебя? А, это на спуск нормально, в принципе, не только подлесочка да, самая. Да, у меня тоже вроде неплохая машинка. И да, друзья, получается, мы сегодня угнали просто офигеть, сколько много тачек. Сейчас мы почитаем их количество и продолжим. Давай. Итак, друзья, получается, сегодня я угнал аж целых 10 автомобилей. У меня вот они. А у Анька, получается, 9 машин, правильно? Ничего ну да, путал. Примерно да, так. И получается. У тебя на самом деле вроде как подороже они. Ну, в общем-то, ребята, пишите в комментариях, кто зарабатывает балл за стоимость. А мы отправляемся на первое испытание. Давай. Итак, друзья, первое наше испытание получается прыжок веры. Против меня будет скрамджет, а у меня читерская Ламборгини. Давай. Братан, это просто... Это топ... Нет. А я еще не использовал прыжок свой, я его использовал сейчас. Чё? И сейчас все, я еду. Подожди. За проездик передаем. Все. Ты встал? Да, встал. А ты забыл? А я в итоге чуть дальше, буквально на... А, понял. Пару километриков. Окей, народ. Получается, первый балл мой, мы отправляемся на следующее испытание. Давай.
Следующим испытанием у нас будет этот драг-рейсинг. У нас тут новенький драгстер и Бугатька. В итоге, желаю тебе удачки. Раз, два, три. Я, конечно, поехал. Давай, погнали, давай. Погнали, погнали. Давай, не парься, Диман. Ну да, но на самом деле очень неплох. Неплох. Мой косарь скорость. Драгстер 600, братан. Обычная тачка 600, но в принципе для нее-то неплохо. Окей. Наверное, да. Ладно, мы сравнялись по баллам, у нас опять ничья, и идем дальше. Давай. Итак, народ, следующее испытание — это дерби до двух побед. Против нас тут рампа зачесалась. Ну давай, попробуй. Давай. Попробуй что-нибудь нам показать. Понял, принял, подлетел. Я просто подлетел немножко. Давай, поехали. Давай повторим, брат. Давай, да, повторим. Между первой и второй. Правильно. Донька вылетит. Димка должен быть. Донька вылетит второй раз. Давай, 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 я еду, брат, я еду, жди меня. Нет, нет. Джон Сина, ё-моё. Ну такое. Ладно. Нормально. 1-1. Поехали, третий раунд. Поехали, тачку отремонтировал, погнали. Так. Пум-п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 ум. А, да что? А почему? А почему я же так... Красиво. У меня была та тактика, стратеги, которую я хотел придержаться, это... Ну, которую ты в итоге не смог придержаться. А в итоге, да, не толкнул тебя. Обидно, друзья. Ладно, твой балл, мы идем дальше. Давай. Следующее испытание у нас — это прыжок в длину. У нас тут два новеньких Мерседеса, один из которых рассыпается, и благо это не мой. В смысле там... рассыпается? Ну, там твоя дверь осталась как бы. Да, расплодившаяся. Смотри. Кстати, я быстрее тебя. Смотри, в сервисе увидимся потом. Я быстрее тебя, брат, 600. Ну, или это нет? 600, тоже 600. Или нет? А кто лучше прыгнет? А кто лучше прыгнет? Я идеально прыгнул. А кто будет дальше? Ну ты вроде дальше нет, летишь, нет? Нет, 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 я не дальше. Падай, падай. Да почему? Все, я под мост. Да? Блин, ну, а я рядом, слушай, я, получается, возле клуба. Ну, во всяком случае, я у бомжей этого клуба, как бы, тоже разные но... вещи, понимаешь? Да, на самом деле мне повезло больше, поэтому, братан, бал мой, и мы следующее испытание. Охренел, Вася. Следующее испытание — это, получается, ребята, прыжок в длину с горы Чили от управляемой. Чё? Какое в длину? Чё ты несёшь, Вася? Мне надо было запудрить твои глазеньки, брат. Глазеньки запудри, глазеньки. Смотри себя, а не что? Запудри. Нет. Все, пока. Ну почему? Я тебя ждал, верил, надеялся, что ты... Ну так я тебя и пнул. Нет. Ну да, но не так это все надо было делать. Нет, 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 нет. Да только... Чего? Чего? Ну какой-то вообще овощ. Юрка, блин, ты меня обманул. Ты сказал, что будет тачка. Офиген. Спасибо. Нет, нет, ты что, ты травишь? Да. Травишь? Никто никого не травит. Ну все, короче, братанчик, это мой балл. Это мой балл, чиль. Ладно, чиль. Идем чиль, на следующее, да, испытание, братан. Давай. Ну и последнее наше испытание, друзья, это смертельные шашки. Против нас тут Сена зачесалась. Я думаю, у нее нету шансов, потому что, ребята, у нас тесочка. Поэтому раз, два, три, погнали. Кстати, пишите, давай, в комментариях, кто победит. Я или Дони. Вот, и мы почитаем. И, конечно же, друзья, напишите в комментариях хэштег Фуфел. Да, чтобы я понимал, кто досмотрел до конца. Потому что, ребята, мы сейчас победим Доню. А, я же и нитро не использую. Братан, у тебя прям все шансы. Ты у меня вообще уехал куда-то. Я тоже, на самом деле, чилю, как бы. Но... Я с тобой не еду. Ой, ай-яй, ой-ой. Что? Ты у меня вообще в воздух полетел. Ну, я был в воздухе, да, брат. Я просто в детстве хотел стать пилотом, брат. Но что-то пошло не так, да. Формула-1 или самолета? Да и того хотелось бы. Хоть чего-нибудь, эй, Сенна... Да что ты? Ну... Кому ты вот лучше сделал? Кому? Ну не знаю, я никому не делал лучше, я просто ехал, а ты как-то оказался около меня случайно. Понимаешь? Я был рядом, брат. Я всегда рядом. Угу. Я всегда в любой... Звучит угрожающе. ...удобной ситуации рядом, брат. Ай! Ой. Звучит угрожающе. Так, это ты мы сейчас сюда... Ты может врежешься? Врезался? Нормально? Нормально! Нет! 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 О! Ты что делаешь? Да, нет! Да, нет, нет, да, нет. Я даже без нитро еду, братан. Ладно, нитро прожмем. Собака. Да, вот. Да, 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 да. Отлично, пацаны, если я Сену выиграю. Да куда ты так шпаришь, блин, а? Ай, ой. Был ай, рядом, ой. Близко. Очень близко. Прям метражи ай, мы ой. С тобой ловим. Ай, ай, тут Роллс был, что я его не заметил. Происходит? Я все, короче. Ебой. Еродск.
печаль, беда, обида. Да, друзья, в итоге Роллс меня, к сожалению, затормозил. Так бы победил, ну, блин, как бы без сомнения, думаю, да, вы все прекрасно понимаете. Ладно, народ, на этом мы закончим. Сегодня Ванек победил в сегодняшней рубрике «Битва воров», с этим мы его поздравляем. Ну, мы все знаем, что я лучше, поэтому, братан, удачи всем, всем пока. Пока.